У нас сегодня будет больше кружевных материалов, и работа у нас будет сложнее. Поэтому давайте сосредоточимся, пожалуй, и начнем. Пока школьники догуливают зимние каникулы, места за партами в гимназии номер 4 заняли взрослые. Вместо учебников и тетрадок – ткань и нитки, а вместо учителя – мастер по декоративно-прикладному искусству Елена Барулина. В рамках проекта «Химки. Интересно жить» специалист поделилась секретом, как с помощью кружевных лоскутов создать оберег – ангела-хранителя. Раньше это делали, этих ангелов делали бабушки или мамы, делали для своих детей. Именно для маленьких детей при рождении женщина, самая старшая в этой семье, делала ангела-хранителя. Она вкладывала в него всю душу, всю свою любовь. Эти ангелы хранили очень долго, практически всю свою жизнь. Среди участников встречи Елена Якушина, которая регулярно посещает творческие мастер-классы. По словам женщины, ангела-хранителя, созданного своими руками, она подарит на день рождения маме. Химчанка планирует и дальше посещать мастер-классы специалиста Елены Барулиной. Мне понравился. Мне вообще очень интересно народное творчество. И я уже сказала Елене слова благодарности. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей и поддержке администрации. Количество встреч уже превысило 1500. О ближайших мастер-классах можно узнать из газеты «Химкинские новости». Большим, как бы, да, источником информирования является, конечно, наша газета «Химкинские новости». Центральная часть этой газеты посвящена такому разделу, да, такое это у нас афиша, которая посвящена именно всем мероприятиям, которые проводятся в рамках нашего проекта. Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.